Я летел из-за границы и поставил, чтобы посмотреть. Но заснул, потому что устал. Вот. И так до конца не досмотрел. Но я обязательно это сделаю. Но думаю, что даже уверен, что Оливер Стоун человек очень порядочный. Он ничего там не передергивал. Вот из того, что я видел, повторяю, где-то я там полторы серии, что ли, посмотрел, там все очень корректно.